Магаданцев приглашают принять участие в велоэкскурсии «Золотой велосипед», которая пройдет в субботу, 18 июля. Мероприятие проводится второй год подряд и посвящено разведке и добыче золота в регионе, ее роли и развитии области в прошлом и настоящем. Подать заявку на участие можно уже сейчас. Для этого необходимо зарегистрироваться на экскурсию на сайте visitkolyma.ru. Главное требование, которое мы предъявляем, это совершеннолетний возраст и наличие собственного велосипеда. Большая часть группы набрана, однако места еще есть. Общее количество участников велоэкскурсии – 18 человек.